кристально вымыто, чистые, белоснежно, просто блестящие полы. Вымытое и вычищенное, пропылесосенное каждое кресло, которое находится в этой комнате. Отшпаклеваны, отбелены каждые стены, которые здесь находятся. А все почему, наркоманы Петровичи? А все потому что сначала спускайтесь сюда ко мне, а потом я вам все расскажу. И... давайте, Амочка, Отомчик, Стасик, это чпунь какашечного цвета, картошка, банана, Мия и карась. И Лера, жопа самая последняя упала, да? Все, давайте быстро по местам, быстро, 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 давайте, давайте, только не пропердите новые стулья, давайте. Все рассадились, давай, карась, найди себе уже место, банан, сядь возле Стасика. Вот как вы думаете, вот просто ответьте все дружно, что же у меня находится прямо сейчас за спиной, а? Стена, ну, в принципе, логично, стена, кнопка, стеночка, Стасик, воздух, ага, ну да. Но на самом деле, что у меня находится за спиной, это две новые кнопочки, которые появились вот буквально только что. Вот это, что здесь написано, это наша текущая карта в Among Us'е. Но если взять и нажать вот так вот, то здесь появится новая карта, которая была добавлена только что. Поэтому здесь все вот так и вылизано, потому что в Among Us'е появилась новая карта. И сегодня мы с вами будем играть на Северном полюсе. Поэтому, банан, готовь свои вот эти настоечки, там же холодно, под минус 40, поэтому сегодня они 100% нам понадобятся. А мы будем начинать. Полностью новая, полностью обновленная карта, на которой мы еще ни разу не играли. Господи, помилуй! А чё так красиво-то? Мало того, то, что снег идет, мало того, то, что какая-то розовая жижа из неба падает, мне кажется, меня сейчас уже здесь кто-то зарубасосит, потому что я слишком много любуюсь вот этой новой карте. Короче, играем на Северном полюсе. Я вообще не имею ни малейшего понятия, что здесь происходит, потому что мы впервые играем на этой карте. Так, здесь уже какой-то саботаж, и, как я понимаю, мне нужно сделать что-то вот это. Все или не все? Все. Я не знаю, что ты, чпунь, сделал, но ты большой молодец. Сейчас, походу, вот эта ракета в космос бы улетела, если бы мы не выключили вот этот саботаж. И нам нужно понять прямо сейчас, где же находятся какие-то задания, которые нам нужно выполнить прямо сейчас. А вот это, как я понимаю, это комната с камерами. Точно! Моя самая любимая комната, куда я прямо сейчас и отправлюсь. Карась, Лера, и здесь у нас вроде был чпуньк. А здесь 6 камер. На старой карте было всего лишь 4. Так, Лерочку куда-то бежит. Я пока нифига не понимаю. Вижу какашечного чпунька, который бегает в одиночестве. Дальше у нас бежит Стасик по коридору. Где-то это вроде где-то рядом со мной. А вот здесь я вижу 2 трупака. И вот там, далеко за забором, только что выбежал серый цвет. А серый это у нас вроде Лерочка. 2 трупака просто. 2 трупака в одном месте. И там где-то находится Лерочка. Так. Как я могу заметить, нас с вами осталось крайне мало, почему-то только 5 человек. И как мы с вами можем понять, проигрыш прям не за горами, но я 100% могу сказать, что это Лера. Ты думала, пописяка, вот это я тебя не замечу на камерах, ты кокнула 2 людей практически в одном и том же месте и потом пряталась за забором. Это не я, это опять Эда, он врун, Лера была со мной. Ну так, Амочка, ты тогда тоже убийца получается? Я видел тебя возле 2 трупов, ты стояла и ты их даже не репортила. Ребята, не верьте этой врунихе, это она кокнула Мию получается и Стасика. Голосуйте за него прямо сейчас или мы сейчас проиграем. Ямочка, скорее всего, второй убийца. И Лерочка вылетает за борт.
И как мы все понимаем, среди нас еще один трупак. И вы понимаете то, что даже банана убили? Хоть на него у меня были все подозрения. Если Амочка защищала Леру, а Лера 100% была убийцей, чё-то мне кажется, то, что Амочка тогда тоже 100% убийца, и её сейчас же надо скинуть сюда в лаву. Так, опять какой-то реактор у нас сломался, и они же были здесь рядом со мной, что картошка, что чпуньки. Они не могли нажать на кнопку вот этого саботажа. Это 100% собака, это Амочка. Вот сейчас они его отремонтируют, вот этот реактор, и я сразу же нажму на вот эту кнопку. Давайте быстрее, пока Амочка сюда не пришла и пока Амочка меня не кокнула. Хотите верьте, хотите не верьте, но я даю 99% того, то, что Амочка второй убийца. А ты чё? Она же Леру защищала, а Лера 1000000% убийца. Я понимаю то, что если сейчас мы проголосуем не за того, мы проиграем. Но она точно кого-то кокнула, я это прям чувствую, от нее воняет. Чем воняет? В смысле, чем воняет? Трупаком карася от нее воняет. Ты карася же тоже убили. Я, короче, голосую за Амочку прямо сейчас. Вы как хотите. Ага, Амочка, до свидос. И все! Я же вам говорю то, что я спалил всю команду убийц только с помощью одной камеры. А ты, Лера, в следующий раз вот это лучше прячься, хорошо? Первая паша. Ну мы же на серверном полюсе. Надо загреть мышцы. Да. В принципе, логично. Там же холодно только что было. Поэтому ты, главное, банан не перебарщивай, чтобы до конца серии тебя не разнесло в хламину. Давайте, второй раунд. Это, конечно, это замечательно, это прекрасно, да, я очень сильно люблю быть убийцей, но проблема в том, что Стасик, ну, басися настоящая, и она совершенно никого убивать даже не может, мне кажется, что... В смысле труп найден? Я же еще никого закукарачить даже не успел. Это Стасик, я уверен просто на 100%, что это Стасик. Я выбежала из Стронжа и увидела труп, но не успела зарепортить, потому что ты сзади подбежала, я думала, это ты. Я выхожу, получается, из здания, где кнопка, и вижу, как Стасик просто убивает кого-то. Ну, не увидел кого, но это Стасик, все. И тут два варианта может быть. Исходя из первого раунда, как-то глупо судить сразу по человеку то, что он убийца. Это раз. Но если кто-то видел то, что кто-то другой кого-то убил, значит тогда он 100% убийца. Если карась отчетливо знает то, что это Стасик, ну значит голосуем за Стасика. Мать моя женщина. Прошло 20 секунд с начала игры. 20! Стасик уже выдала себя то, что она убийца. Да, как мне выиграть-то в этой игре? Как мне здесь выиграть, если Стасик просто умерла сразу же с самого начала? Ну, может быть, нужно побежать вот сюда, в эту сторону. Садома, здесь же никого нет. Здесь как раз-таки такая... Вот! Просто идеальное место, чтобы кого-то здесь кокнуть. Хоть я нифига вообще не понимаю, где я сейчас нахожусь. Здесь есть какая-то вода. Осталось дождаться, чтобы кто-то сюда забежал. Вот, допустим, Мию запердососили. Еще... Люка! Так, Стасик мне помогла, Стасик выключила свет, она большой молодец. Здесь у нас еще кто-то один находится. Вот, допустим, кто это здесь находится? Кто это? Это Чпуньк здесь находится. Валим отсюда, пока Чпуньк меня не увидел. Допустим, все! Фу, слава яйцам куриным, я успел прыгнуть в люк. А хотя подождите, а зачем я прыгнул в этот люк? Если я могу с него вылезти, дождаться, чтобы еще кто-то забежал сюда в это здание, закрыть двери и тоже его запердохать. Только главное, чтобы кто-то сюда забежал, допустим... Опа! Картошечка! И вот сейчас уже 100% можно плюхаться в люк и бежать, допустим, вот сюда. Ага, и типа я побежал сейчас за Чпуньком. Чпуньк же побежал вот туда.
Ага, Тим, я сейчас... А! Это шпунь! Это... Так... Ребята! Ребята! Я только что видел, как Чпуньк пробежал мимо трупа, а Отомчик развернулся и побежал совершенно в другую сторону. Почему ты труп не зарепортил, а просто мимо него пробежал, Чпуньк? А сейчас ты мне скажи. Во-первых, был выключен свет. И как ты мог видеть, как кто-то мы там бегали? Вот просто ты мне скажи, был свет отключен. В смысле был свет отключен? Мы с вами впритык стояли втроем. Был Отомчик, был ты и был я. И ты просто в сантиметре был возле трупа, так же, как и я. Короче, смотри, это, скорее всего, Отомчик, потому что мы... Вот ты где труп нашел? Я не знаю, как это место называется, я на этой карте впервые играю, но вы там вдвоем были. Короче, значит, это Отомчик, потому что, смотри, я вообще ничего не видел, а он бегал рядом со мной. То есть, я труп вообще не видел, я просто открывал дверь. Потом там образовывается труп, значит, это он. Ну, подожди, ну, кто-то один из вас, а возможно, вы даже вдвоем. Разбирайтесь сами, получается. Это не пруф. Руф. Нет. Интересные батареи. Темно было. Я тоже ничего с ней видел, как и ты. Дверь просто открывал. Я тоже. Девочки, успокойтесь. Девочки, успокойтесь. Слово кому-то другому. За кого голосуем, карась? Ну, судя по этим баталиям девочек, мне все-таки больше доверие вызывать Чпуньк. Ну все, тогда голосуем за Отомчика. Отомчик это вылетает. Это не я. Так, а кто? Я не знаю, кто, но это не я. Ну, это голосуйте. Плохой какой-то аргумент. Это 100% Отомчик. И Отомчик, до свидания. Как профессионально на кого-то просто перекинуть всю вину. Ну, как бы, есть шансы. Так, Стасик опять мне помогла выключить свет, но я сейчас пойду и сам его же починю, чтобы отвести от себя подозрения. Так, свет чинится где-то вот здесь, но я пока нифига не понимаю, где... А, вот, все, понял. Все, восстановили весь свет, хорошо. Какой я молодец. А в этой комнате есть люк? Есть здесь люк? Здесь, кстати, нет люка. Ладно, тогда побежим в другую комнату. Вот в эту, в мою любимую. Бердохаем Чпунька, потому что Чпуньк бегал один. А свет-то выключен. Сейчас меня 100% никто не запалит. Свет восстановили. Ну, с одной стороны, это очень даже хорошо. Но с другой, я сейчас подожду, пока у меня перезагрузится. Вот... Там еще банан был со мной в одной комнате. Так, куда? Здесь труп валяется. Там труп валяется. И там карась бегает. Бежит сюда, карасёчечек, бежит сюда. Я вылезу здесь возле него и спрячусь вот здесь. Возьму вот эту кнопку, которая закрывает дверь. Подожду, пока карась сюда подбежит и запердохаю его прямо здесь. Слушайте, если я смогу выиграть сразу же в первой игре за убийцу, это будет что-то прям с чем-то. А, слушайте, а что, больше никого нет, что ли? Сама ты такая, Лера, чё с вот это обзываешься? А я тебя подозревал. Боже, еще что-то на меня гонит. Какие же интересные все-таки баталии. Просто, я говорю, темно было. Нет, под тобой труп образовался. Каким образом образовался? Это интересные баталии были. Такие повороты неожиданные. Подожди. Компаньон, дай пять. Я единственный же хочу сказать Чпуньку это. Ля ты крыса, Чпуньк. Ты чё, всю вину просто перекинул на бедного Отомчика? Это ты убийца был. Хоть и я это был убийца, но ты был убийца. Ой, ты тут такие баталии. Вот ты и крыса. Вот ля ты крыса. Просто серьезно, я бегу, спокойно дверь открываю. Нет, это Чпуньк. Это Чпуньк был, поверьте мне, просто на слово. А ты, Стасик, пропердасик, в следующий раз хотя бы постарайся в первые 20 секунд игры не палиться то, что ты кого-то убила. А то мне потом приходится всю катку самому тащить. Третий раунд. Погнали. Банан, ты готов? У меня делается банка самогона. Заметили, у него какой-то странный голос? Ты гланды себе отморозил на Северном полюсе, поэтому, банан, поаккуратнее в следующий раз. Давайте. Ну, слушайте, в
принципе, я как бы не против, да, получается? Ну, мне кажется, просто все остальные на меня очень сильно обидятся, если они узнают то, что я две игры был подряд убийцей. Они на меня обидятся, потому что я им не даю возможности поиграть за убийцу. Так, ага, ага, дезинтификация, или как эта фигня называется. Так, побежали, Амочка, побежали, давай, побежали, побежали. Здесь я, ой, здесь я вообще впервые нахожусь. Ёперный горнолыжник. Это еще что такое? Так, это, Амочка, ты куда меня завела, я не могу понять. Мне кажется, пора бы тебя кокнуть. Здесь есть, кстати, люк где-то рядом, чтобы я... Нет, здесь люка нет. Выключим на всякий случай вот это свет. Вот так. А это Лерочка или это Стасик? Розовая же это Стасик. Запердохаем на всякий случай Стасика и текаем просто отсюда, чтобы никто не успел обнаружить ее труп. Так, быстро сюда и быстро вот сюда. А вот там у нас камера. И что-то подсказывает мое сердечко то, что через эту камеру кто-то там наблюдает. Поэтому я незаметно выбегу куда-то вот сюда, если кто-то будет... Ой, ищи... Так, что-то как-то слишком много трупов возле меня везде, и мне как-то не по себе, потому что сейчас меня точно начнут вот это заподозривать. Поэтому я сейчас пойду и скроюсь вот в этот люк и убегу куда-то, допустим, вот сюда. Ой, 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 ой. Сраный чпунь какашечного света. Эд, а у меня такой небольшой вопрос. Ты банана так полежать спать уложил, или что, я не понимаю? Какого банана? Ну, такого желтого. Какого он размера был? Ну, такой, два блока в высоту, там, возможно, 8 в ширину. А с каким акцентом он разговаривал? На русском? Ну, на таком бухом такой. Вот на такой вот. А от него вообще запашок был или нет? Прям перегаром несло, прям за километр чувствовал. А это самое, труп насколько по градусам Цельсия был холодным? Он давно там уже валялся? Да нет, ты прям передо мной прям взял его так, положил, что-то спать похоже. Ну, учитывая, что мы на Северном полюсе, я сомневаюсь, что здесь, в принципе, бананы растут. Да и тем более, вот, Амочка в чате пишет то, что я был с ней. Мы с Амочкой бегали, я не знаю, сколько мы с тобой бегали, минуты две, наверное, по лаборатории. Если бы я хотел, я бы ее давным-давно уже кокнул, или она бы меня давным-давно бы уже кокнула. А по поводу банана, я не знаю, но он перебухал, наверное, вот в отключку и вырубился. Возможно, ты Амочку так пожалел, а банан что-то бухой, ну спать, ну хочет пацанчик спать, ну взял и уложил. Ну взял и лег спать банан, почему я-то тут при чем, чпунь? Это не понимаю. Банан, я ему говорил аккуратнее в следующий раз. Банан аккуратен не был, вот и все. Как я удачно вылез из люка, как я удачно кокнул банана, и как удачно просто появился из ниоткуда чпуньк. Давай, давай, Ямочка, заходи. Я ж говорю то, что я бы тебя давным-давно бы уже убил, если бы мы с тобой вместе бегали, да, Амочка? Ну, в принципе, вот как-то... Подожди, у меня один вопрос к чпуньку. Чпуньк, какой банан, чпуньк? Такой, ну вот он, желтый такой стоит. Вот, вот я! Я предлагаю кикнуть Эда, а не других нас, потому что все время он нас убивает, потом обвиняет тех, кто невиновен, после чего все верят ему, а не нам, и он нас убивает. Давайте его, я голосую за него. Я тоже голосую за него, да-да-да, потому что он постоянно предатель. Это бунт! Какой? Какой бунт? Подождите, если... Если я умею брать лучше, чем вы, это не значит то, что я всегда предатель! Вон отсюда! Свергнуть власть! У нас будет новая страна! Я ваш король какаш.